Есть определенные мнения относительно того, что меняются в этот период какие-то свойства воды, физические свойства. Я скажу честно, я не сторонник этой теории, но то, что сам процесс соприкосновения с водой в праздник крещения дает определенный духовный заряд, вот в этом я абсолютно не сомневаюсь. Почему? Потому что, ну, люди не просто... Вот этот обряд очень древний. И мне кажется, что еще до прихода христианства сюда, на наши белорусские земли, люди с почтением относились к воде. А после распространения христианства, после распространения этого праздника, соприкосновение с крещенской водой, оно... как бы подвигает человека, приближает его к тем ценностям, которые и распространяет христианство.